Всем привет! Пару лет назад нам обращался клиент из города Благовещенск. Он заказывал у нас эпоксидные грунт эмали для покраски токарного винторезного станка 1К62. Цвета по каталогу РАЛ были 10-16, 30-20 и 50-10. Недавно клиент прислал фото после покраски. Смотрите. Эпоксидные грунт эмали цвета по каталогу РАЛ могут наноситься на любые виды металлов, обладают хорошей стойкостью к физическим и химическим воздействиям. Если вам также нужны эмали для покраски вашего станка, поставьте лайк, не забудьте подписаться, все контакты есть в описании к этому видео.